Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас замечательный праздник. Сегодня день рождения, юбилей у моей мамы. Ей сегодня исполняется 70 лет. С самого утра мы уже подготовили разные сюрпризы для мамы, чтобы прям с утра поднять ей настроение. И самый первый сюрприз был, это, конечно же, букет цветов, ее любимых хризантем разноцветных. Мы букет отправили с курьером, и она его получила уже в 10 часов утра. Это цветы красивые. Только встали с утра. Дина Кирилловна поздравила. Ты посмотри, там хоть открытки-то есть какие-нибудь, что-нибудь? Может, человек какие-нибудь послания? Нет, открыточек нет. Нет, ой, какой букет. Это она уже сына своего. Ну как нету-то, вот. Где? А, вот открыточка. Читай. Еще открыточка. Цвети, пахни, любимой бабушке и маме с юбилеем. Бабушке и маме. Кто это тогда? Не Дина Кирилловна. Это Лариса. Бабушке и маме. Это Лариса. Кто тебя поздравил? Поздравила. С внучкой. Кто тебе доставку организовал? Любимой бабушке и маме. А подпись-то ведь... Бабушка-то кто? Кому ты бабушка-то? Тебе. Ой, бабушка. Так а откуда я знаю? Вы мне все бабушка. И Лариса называет бабушки и маме. Ну, с днем рождения. А маме? Ну, маме и бабушке от нас с мамой. Баба, ты Господи, ну хоть бы подписались или еще что-то. Откуда ж, я думала, Дина Кирилловна. Ну, даете вы. Ну, спасибо. Я думала, она меня спрашивала, какие цветы ты любишь. Хотела мне тоже отправить. Ну, как тебе? Красивый букет? Ой, конечно, шикарно. Я ж люблю хризантемы. Ой, ну спасибо большое с утра. Только я-то еще не нарядная, не красивая, не накрашенная. Ну ничего, красоту ничем не испортишь. У нее, конечно же, сюрприз. Мама долго не могла понять, от кого этот букет. Подумала сначала, что это подруга ей отправила, потому что подруга заболела и не смогла приехать на ее день рождения. Ну и она маме сказала, что я тебе отправлю букет. И мама сначала подумала, что это от нее. Но потом, когда записку уже нашла, стала читать, разволновалась, не сразу даже поняла, от кого этот букет, хоть и написано, что любимой бабушке и маме. Но она так растрогалась, что даже вот растерялась. Ну и потом уже, чуть позже уже, мы отправили маме еще красивый торт. Мама тоже получила его через курьера, тоже неожиданно. Надеюсь, что порадовалась, тоже Настя ее снимала, но я пока не видела этот момент. Ой, еще подарок мне сегодня с утра. Ну, заходи, смотри. Цветы принесли, застали меня в одежде, в одной. Сейчас уже я переоделась на всякий случай, думаю, вдруг еще кто-то придет. Так оно и есть. Коробочка какая-то. Аккуратно, не переверни. Тут у меня сказали не переворачивать, аккуратненько. Ну, пойдем там посмотришь. Пойдем, конечно, мне же интересно, что тут у меня за сюрприз. Не знаю, посмотрим. Сегодня сюрприз за сюрпризом. Ой, не успеваю открывать. Аккуратно. Что ж там такое? Ой, 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 с юбилеем, любимой маме и бабушке. Какая красота. Ну, сегодня у меня... Ой, какая, посмотрите, какая красота. Бабушку с юбилеем. Сколько, какой юбилей, сколько лет не написали, скрывают. Ну, а зачем нам решать? 18 лет. Красивый? Пусть... Подумают, сколько же бабушки, да сколько я выгляжу, столько мне и есть. А вдруг скажут, все твои. Вдруг скажут, на 80 выгляжу. Сколько есть, все твои. Не хочу. Красивые? Очень красивые. Ой, ягодки свеженькие. Ну,
Маленький, спасибо. От кого? От дочи и Настёны. Да, ты с чего взяла? Да, там написано так? От маме и бабушки. Ну, наконец-то догадалась, что маме и бабушке. Написано с любимой маме и бабушке. Ну все, поздравляем тут, тебя с мамой. Тут ещё эти беленькие жемчужинки. Видишь, утро сюрпризов у тебя сегодня. Ой, с утра хорошо, хоть я переоделась. Довольна? Очень довольная. Ладно. Можете еще ждать какой-то сюрприз? Не знаю. Или последний? Не знаю. Можете еще переодеться во что-нибудь мне? Все, пошли готовить. Пойдем готовить, а то сюрпризы сюрпризом. Люди, гости придут, а у нас еще ничего не готово. Все, пойдем готовить. Сюрпризы бабушка принимает. Когда вручали ей цветы, она немножко подрастроилась, Настя мне сказала потом, потому что мы же ее не предупредили, что сюрпризы будут, она не нарядилась еще. Была в домашней одежде и прям так расстроилась, что Настя ее сняла в домашней одежде и вот ненарядную. Ну ничего страшного, я думаю, потому что, ну это же сюрприз, и это было утро, конечно, мама еще была и не причесана, и не одета. Ну, мне кажется, чем естественнее, тем оно и лучше. Вот, сейчас мы вот ждем машину, за нами приедет такси. Еще подъедут наши родственники с деревни, со станции Минина. Это мамин брат со своей женой и сын маминой сестры. Приедет Юра, и мы уже поедем к маме поздравлять ее дальше. Впереди, в общем, ждут нас еще какие-то, наверное, сюрпризы, поздравления. По возможности я буду все снимать и показывать, но по возможности. Ну иди. Хризантемы твои, где ты там? Здесь. Ой. Дайте хоть закинуть. Здесь есть. Мой любимый. Так я себе не купила. Ой, спасибо. Ну что, сейчас вот это вот принимать подарок. Это мы сами рвали. Но... Вы где рвали? На даче. Ой, в лесу такие цветы. Ой, какая красота. Ой, какая красотень. Такого еще не было, Настя. Да, он где капот стоит вот сюда. Ой, какая красота. Все, довольна? Ой, довольна. Это что? Все, еще заходи. Бы... Нам там еще куча дел. Куча дел еще у нас. Настя, извещай. Всем привет. Привет. С днем рождения. Ой, спасибо. Еще, а еще с днем рождения. Не переворачивай. Я поэтому не приехал. Еще. Так. Хватит уже. Не успеваю сегодня подарки принимать. Я и вся моя семья хотим поздравить ее с этим замечательным праздником. Поздравлений будет еще, конечно же, очень много. Все еще только начинается и все еще только впереди. Но начать хочу с себя. Сначала хотела поздравить стихами, но потом решила сказать своими словами. Мамочка, я тебя поздравляю с этим праздником. Желаю тебе, конечно же, крепкого-прикрепкого здоровья. Это самое главное в нашей жизни. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась. Я хочу пожелать тебе, чтобы в твоей душе всегда светило солнышко. Хоть сегодня нас погода и не балует, и не радует. Сегодня дождливо и пасмурно. Но пусть это солнышко всегда светит в твоей душе, в твоем сердце. Пусть всегда у тебя будет отличное настроение, несмотря ни на что. И знай и помни о том, что у тебя есть мы, твоя семья. Мы всегда с тобой рядом, мы тебя любим. И желаем тебе всегда оставаться такой, какая ты есть. С днем рождения, дорогая, любимая мамочка!